Здравствуйте, мои дорогие. Я где-то около минут 15 ждал, пока один единственный рыбак, который еще не разочаровался в ожидании, что поймает тут что-нибудь, отойдет на большое расстояние, и я смогу как бы начать свою любительскую съемку. Естественно, у меня начался отпуск мой трудовой, законный, и как я его праздную. Конечно же, в гордом одиночестве, это только для того, чтобы сохранить мир в своей голове, потому что никто не любит, когда кто-то там жалуется. Ведь когда мы встречаемся, чаще всего мы что делаем? Начинаем жаловаться. Так вот, я в полном спокойствии с природой кушаю хлеба пшеничные, закусываю сырком плавленым и, конечно же, вино, которое я сделал сам и перелил из баночки в бутылочку, чтобы взять с собой собственное, вкусное, натуральное, чистое, без всяких добавок и даже воды. Чисто виноградный сок, переброжевший собственным путем, без всяких дрожжей. Сказочное вино. Я желаю вам мира, мира, покоя, душевного равновесия, счастья безграничного. И главное, чтобы у вас было свое место, где можно кушать сыр, есть хлеб и пить вино. Чтобы тут было тепло. Вот вроде бы как бы есть ветерок, но он идет сзади моей головы. И я прилаживаю голову, и даже ветер не касается моей головы. Какое счастье это вообще. Не передать словами. Я самый счастливый, самый счастливый. Это счастье просто абсолютное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И может когда-нибудь вы захотите со мной встретиться, и мы так же само насладиться можем. Но уже будучи не в одиночку, а такой хорошей группой. Миром, любви. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пока-пока. Это ваш канал Буфляр. До скорых встреч.